сорока на столбе. Вчера было воскресенье. Люди приходили в лес, видимо, что-то оставили после себя. Сорока оставила кусочек и снова прилетела. Видимо, вкусно. Положил яйцо. Кому оно достанется, самой храброй сороке. Сорока уже прилетела. Вижу хвост ее между деревьев. Вот она там сидит. Я стою близко. Яйцо достанется самой смелой сороке. Она тихонько подкрадывается. Испугалась, что я стою близко. Прилетела вторая сорока. Прилетела сорока. Куда полетит? На орешки? Нет, на кусочки хлеба. Как бы взять? Попробовала яйцо, принялась за хлеб. Собирайтесь на завтрак. Сорок стрекочет. Что это такое? Ну попробуй. Нет, игнорирует. Ага, поняла вкус.
остальные сороки наблюдают. Мне тоже хочется попробовать. Сорока подбирает крошки от яйца, которое справа. Давай набирай кусочки хлеба.